Сразу вспомнил тоже два слова буквально. В этом игру читал, воспоминания там. Есть такая книга, советую прочесть. Гессен. История гражданской революции. Нет, история революции, по-моему, называется, да. Там 20, что ли, 25 томов. То есть вот он с границы, этот Гессен. Это иммигрант. Ну, сразу после революции, там, в 20-х годах, проделал великолепно очень серьезную работу. То есть он собрал воспоминания прям вот еще живых участников всех, всех подряд, кто только хотел, рядовых там, генералов, ну всех. И издал там 25, по-моему, говорю, 25, кажется, там, или 28. Ну, большое такое издание. Очень интересно читать. Ну, мне, по крайней мере, было. То есть я говорю, глазами вот эти события, все глазами простых там участников. Там, например, одни и те же там события там военные глазами рядового и глазами генерала, они совершенно по-разному смотрятся. Ну и вообще очень интересно. И вот там он пишет, там один пишет про Колчака, там очень забавно было, что там были, там творился полнейший бардачин у него, честно. Там сам Колчак был, ну это ладно, все далеко нас опять ведет. Там, в общем, была такая ситуация, что были бумажные армии там, по сути. И вот артиллерийский там дивизион, или как он там называется, что штаб, там тоже вот что-то 10 генералов в этом штабе, или 15, у всех секретарши, там эти адъютанты, ординарцы, там, ну целый штаб огромный, работа кипит, там телефоны, он говорит, пишет, это тиранические барышни, там машины, прикомандированы к штабу, все там вообще очень серьезно и круто. И сам дивизион, две устаревших пушки, там и четыре рядовых. На этот дивизион 10 генералов, там ординарцев, ну целый штаб огромнейший. Ну потому что всем хочется сидеть в тылу, чем на фронте-то. Вот такие там были. Вот здесь до такого доходило. Ну вот здесь, конечно, еще такого нет, но 340 генералов — это серьезно. Так, ладно.